I think we played well. Я думаю, хорошая была игра сегодня, мы много забивали, но, конечно, не предполагается, что в каждой игре будет так много голов, но сегодня у нас получилось, и мы уже думаем о следующей игре. Единственный игрок в лиге, который забивает на протяжении 4 стартовых матчей сезона. Откуда такая результативность? Не знаю, наверное, удача. Просто удача. Ему комфортно играется в «Звене» с Умойком, с Хартиканином, с Кимпанином? Yeah, I feel really good. Да, конечно, мне комфортно с ними играть, но мы пока еще в начале сезона находимся, и нам еще предстоит еще лучше сыгрываться. Я чувствую себя хорошо с ними. Столько шайб Салават на Уфа-арене не забивал. Знали ли они об этом, обсуждали ли вообще? No, I didn't know. Я не знал этого, нет. Но я хочу сказать, что была командная игра, очень хорошие командные усилия. И третья пятерка очень хорошо играла, Макаров и Сандрова. Они забили очень много голов. Especially, and I think the whole team played did a good job. При счете 4-1 во втором периоде был отрезок, когда за 4 минуты и 9 секунд 4 шайбы подряд забросили. Такой был настрой вот на второй период, настолько бешеный. No, I think it all everything just clapped, right? You know, everything went the right way. And просто все сошлось, так вот сошлось. And sometimes it happens and такое случается. It's hard to say. Everything went the right way and we scored on our chances. Все заходило, мы использовали все свои голевые возможности, все в порядке.